Да. Задавленная вообще. Такой, я иду. Никто тебя не давил, кроме тебя самой. Ты голос свой говоришь. Царьяна, синдром начала. А-а-а. Разницы нет. Разницы нет. Первый раз ты поешь или мы сотый раз поем. В принципе, вообще должно быть как в первый раз всегда. А это значит с удовольствием, уверенно. И почему не на грудном-то резонаторе? Айо, смело. Сарен, а можно смелее еще? Чуть-чуть не начинала. Ну сядь ты. Ну посиди ты на ней. Ну посиди на ней. Ну она не доделана она еще. Поем. И ты. Отстань там! Смотри, сколько у меня разной динамики. Я громче, тише, громче, тише. Здесь имеет место быть такая резкая. Резкий. А это-то тоже громкая. Ти-ти-ра. Да, да. Угу. Еще разок сначала. Смелее. Может, из нас с вами прыгать вспомним. Ну, пошли вместе. Не помню это. Давай его сейчас и получим. Давай его получим. Вот его надо получить. Акценты сохраняем. Поешь не точно так, как она. В этом нет ничего страшного. Но этот ход нисходящий, он интересный. Очень
очень хорошо. Ход очень красивый вот этот, его не хочется. Ну, придумали здорово, почему его вообще не взять вот так, как он и есть. Очень красивый. Смотри, она поет. Смотри, у нее здесь... Она умудряется там... У нее там... У нее маленький такой, да, фаршлаж. Прям вот такой. Но с акцентиком. Размазанный такой, как бурление. Вспомни, как мы с тобой. Вплоть до этого. Но эти вещи, они отрабатываются. Сейчас там не точно было бы этого. Вот она делает, смотри. Она делает. Придумывали, шли вот этот. Я просто один-то раз я услышала ее. Что успела словить, то успела. Не обязательно. Я к тому, что хочешь, пой его. Ну, отлично. А если на ри все-таки сделать до вибрато? Острее, с акцентами. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот оно, ты же сама себе отвечаешь все время. На автомате, когда побежала, все замечательно случилось, потому что развитие включила и акценты. И акценты. Вот у нее идет вот этот ход. Ну хочешь, пой с ним. Пошли. Приготовились, третья часть. Что она поет в плане скета, какие слоги. Шурую, что она приходит, то я, конечно, потом мы с тобой их ограним. Что там началось? Снег с дождем. Снег с дождем? Да. Ну, почему в Сибири это нормальное явление? Еще разочек. Давай попробуй сама, как получится, а? Сорян, я сейчас не буду петь. Давай, мой хороший, пробуй. Ты пойми, что я играю. Я играю. Сорена, здесь не голосовые даже вот какие-то преимущества вступают на первое место. Игрушки. Ты только тогда рявкнула, вот вчера занимались. Если бы я начала тебе сейчас объяснять, потратила бы кучу времени и заполонила твою голову хрящами, черполовидными, все эти, понимаешь, мягким нёбом, корнями языка, язычками маленькими, там все твердым нёбом, зубами тролливали, ты бы думала бы только об этом. Понимаешь, да? Ты бы только об этом думала. О перстневидных хрящах, черполовидных хрящах. А когда ты погавкала, как маленькая собачка, а потом ты поняла, что нужно просто спить старая собака, и ты гавкнула, у тебя все это получилось. Ты все это на собственных ощущениях игрой получила. Игрой. И игрой. И сейчас спроси, смотри, ну как у тебя это получается? У тебя будут спрашивать, ты будешь, слушай, а как у тебя вот так вот это получается? Скажи, не знаю, я просто играла. Есть, конечно, можно разбить, в смысле, все поэтапно. Угу. Что куда поднимается, что куда упирается, что куда раздвигается, что опускается. Все можно разделить. Но я считаю, что это совершенно не нужно. Угу. Ты получила результат? Ну и все.
Ты достигла его путем игры, а не путем методических вот этих вот переключений. Мышление, не надо голову забивать этим. Еще разочек. Приготовились сама. Пошли. Великолепно. Смотри, она вступает и в первую, там, и во вторую, и все. Мы с тобой вчера, когда пели, у нас была вообще своя там версия, и неплохая была версия, и хорошо. То есть ты, я ее еще не опубликовала, ты будешь потом все это выбирать. Но финал, вот финал, ты сейчас очень хорошо спел. Точно. Давай сейчас я включу минусовочку. Угу. Попробуешь с минусовочкой. Я же тоже не пела эту часть с минусом. Да пивом дюба дюба дюба, да дим дим дима. Дюба 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 дим дима, да дим дим да. Того, что ты споешь, не так. Доли любые. Все равно молодец. Попробуй одна. Или еще вместе? Вместе. Ну хорошо, давай вместе еще. Заканчивай первую часть. Место вот это. Это очень сложное место. По сравнению со студией допивай. Молодец. Вот она. На пари, пари.
опять потому что нота, да, вот, а потому что мы ее не толкаем, опять перед ней остановим. Оттолкнуть. Нет, нижняя грудь. Ну, точнее, точнее, точнее. Понимаешь, если мы будем не остро петь, а в твоем хэдмиксте, у тебя больше головы, понимаешь, это будет не по джазовому, это будет, понимаешь, то есть должно быть остро, остро. Это не то, поэтому сужайся, сужайся, пусть будет хэдмикст, пусть, пусть он будет. И акценты, акценты тебе помогут, пошли, и... Как хочешь ритмически, как хочешь, только в метре. Ну хорошо, ты же сейчас спела даже это, но только широковато. Да, уже, 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 да, уже, уже. А потому что ты опередил верхней нотой, Сарьяна, милая. Ну смело, смело, смело с города берет. Не то, что какие-то там ноты. Замечательно. У тебя не получилось там сейчас только вот этот маленький кусочек перед вот этой частью, которую ты уже хорошо выучила. Найдется она, все, все, все выстроится. Ну, давай еще разочек вместе споем, давай, чтобы утвердиться. И пойдем смотреть, как там зачувствовать. Тоже не ту нотку пою. Она вроде тоже там небольшого звучит, но хочется именно эту, она такая вкусненькая. Еще разочек давай. Да, я там вот, и ты тоже покачайся там перед этим. Вот, нам хорошо получается вот это вот место прям просится. Давай еще разочек. И снизу. Неплохая сейчас была, да? Да. Хорошая была штучка. И давай за финалем. Заканчивается, пошли. И смотри, ты их фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Они длинные, короткие, не надо их ровными. Ты понимаешь, что ты в метре там вольна делать что угодно. Пошли. Вот это дюбаринда, ты ее проваливаешь. Дюбаринда, она тут же. Дюбаринда, ну еще раз. Давай еще звук. Неплохо было, но вибрато мало. Вибрато заканчивается.
смотри. Нос. Еще больше носа. Вот. Смотри, Сарьяночка, держишь просто звук длинный. А губы? Да, губы работают, у тебя меняется акустика. Закрыла, открыла. Я же ничего не делаю. Нос прошел. Нос-то прошел у тебя. А нос держи. Носовой звук держи. Не открывай сильно рот, у меня чуть щель открывается. Совсем чуть-чуть. Давай, пробуй, молодец, молодец. Еще разок. И пойдем. Давай, еще разочек. Ну ладно, молодец, все равно, на сегодня хорошо. Хорошо, все, собираемся. А то мы опоздаем, потом нам ни места не будет, ничего не будет. Угу.